Добрый день. Я отвечу на те вопросы, которые задала Татьяна Небоженко. В спектакле «Дни пролетают со свистом» есть ли что-то ваше личное из вашей биографии? Есть. Я работал в театре юного зрителя и играл много сказок. Конкретно «Зайца» я не играл. Но в спектакле, где были зайцы, я играл. Играл сороку на пуантах. Был такой спектакль «Считаем до пяти». Вы очень универсальный артист. Спасибо. Вам под силу сыграть и комедию, и трагедию. А вам лично что легче и приятнее играть? Приятнее играть. Анатолий Федорович, если бы перед вами стоял выбор – кино, театр или университет, и ваши студенты, которые, к слову, вас обожают, опять спасибо, что бы вы выбрали? Если бы был такой выбор, наверное, я бы выбрал… Не наверное, я бы точно выбрал театр, потому что театр – это и кино, театр – это и университет. Спасибо большое, Татьяна Небоженко.